Привет, друзья! Вы на канале Hard Reset Info. Перед нами телефон Honor 10X Lite. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на этом телефоне включить или выключить автокоррекцию текста. Делается это довольно-таки просто. Для этого мы переходим в любое приложение. Давайте так, не в настройки, в любое приложение, в котором вы можете открыть клавиатуру на данном телефоне. И просто открываете ее. После чего вы клавиатуре нажимаете на три точечки. Вот здесь вот. И переходите в настройки данной клавиатуры. Дальше выбираем пункт «Ввод». И первым же пунктом, который у нас есть, это автоисправление, которое мы можем включить или выключить. Например, давайте выключим автоисправление текста. И теперь, когда мы напишем какое-то слово, любое, например, не знаю, что-то напишем, наш телефон не будет исправлять нас. Если бы у нас было автоисправление текста, нам бы наш телефон начал орать, что мы неправильно пишем, и начал бы исправлять наш текст. И, в принципе, на этом все. Спасибо, что смотрели этот видеоролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!